Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серию Невьера Ролиплей. Муник здесь Кирилл Путбуль. Кстати, не забывайте видеть Муник при регистрации. Сейчас у нас небольшой, конечно, но попробуем записать ДПС Патруль. В первую очередь нам надо переодеться. Так, давайте переоденемся. И нужно оружием, конечно же, закупиться. Так, вот так вот. Шокер, дубинка, бронежилет. Кстати, бронежилет здесь классно реализован, короче. Поэтому погнали на парковочку. Теперь возьмем какую-то машинку. Наверное, приорку возьмем. Хотя... Не, приорка, наверное, будет побыстрее. Поэтому возьмем приорку. И поедем на пост. Возможно, нам кто-то попадется. Либо будем просто ездить патрулировать. Посмотрим, короче, что можно будет посмотреть. Так. Давайте проедем. Открываем заборчик и едем на пост наш. Как его закрывать, я так и не понял, кстати. В предыдущей серии я пытался его закрыть, но не получилось. Я писал, кстати, в видосе говорил, точнее, что я буду 15 минут снимать. Я чуть задержался, сейчас у нас уже время почти 4 часа. Потому что я был занят. И сейчас мы поедем на пост, будем ловить нарушителей. Ну, если они, конечно, нам попадутся, либо просто будем патрулировать. Надеюсь, нам кто-то попадется. Онлайн сейчас 19. Ну, вроде бы 50 здесь должен быть вечерком где-то. Поэтому сейчас посмотрим. Так, вот у нас чувак едет, кстати, на BMW. Так, давайте нашу машину, наверное, поставим с этой стороны. И будем стоять, как будто выжидать. Может быть, кого-то и словим. Какого-то нарушителя. Так, у нас есть баллончик. Ага, и дигл есть у нас. Дигл, наверное, в роли шокера, наверное, будет или нет, интересно. Давайте, кстати, команды посмотрим еще, какие у нас есть. Так, команды сервера. Фракция. У нас ДПС Южный, да? Так, свисток для установки. Стоп. Так, УД. Показать удостоверение. Показать. Так, значит, собеседование. Окей. Информация по статьям. Так, а ну давайте группу. Групп. Так, убийство, бандитизм. Окей, здесь у нас сейчас есть. Так, как там стоп, по-моему, да? Стоп. Окей. Как выключить? Ага. Появились новые улики с места. Так, давайте шоу. Вид. Так, удаление через 15 минут. Координаты на мини-карте. Окей, у нас по встречке чувак поехал, давайте его догоним. Попробуем догнать, короче, по встречке у нас поехал. Так, включаем сирену, заводим тачку и попробуем его сейчас догнать. По встречке тоже поедем, попробуем его сейчас его догнать. Так, он нас удирает. Погонька, думаю, нормально получится, блин. Чувак на BMW, короче, едет по встречке. Так, давайте его попробуем догнать. Конечно, не бэха, блин, у нас какая-то приора. Но все же попробуем его догнать как-то. Так. Пробуем догнать. Конечно, по полям еще едет. Ну ладно. Так, стоять. Как там мегафон кричать, я просто не знаю. Пробуем сейчас его догнать. Так, надо подрезать, подрезать. Давайте. На. Давай, 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 останавливаюсь. Остановись, блин. Не хочет он останавливаться, давайте за ним следовать. Может, она думается, блин, ну, приора не валит вообще. ТБХ от нас уходит просто. Давай, давай, блин, конечно, быстро у нас погоня началась. Так, обижаем, обижаем. Так, здесь у нас тупик, давай, иди сюда. Надо подрезать. Конечно, по пуле идет, нарушает, ну ладно, блин. У него бэха быстрее намного, чем наша приора, но попытаемся его догнать хотя бы. Попытаемся. Давай, приора, жми, 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 жми. Стоять нахер. Останови, блин. Я не знаю, как мегафон кричать просто. Надо было тоже посмотреть это. Стоять. Давай, останавливайся. Надо ему машину хотя бы разбить. И мы сможем его догнать.
Конечно, неожиданно погоня началась, но он по встречке ехал, поэтому по-любому надо было за ним ехать. Так, он переворачивается, давай. Стоять. Так, выходим с машины, начинаем расстреливать ему машину. Так, куда-то он поехал. Так, давайте, догоняем. Вон, я его по карте вижу, по карте видно. Так, давайте попробуем обратно догнать. Он пытается уехать у нас. Но от нас не уедешь, наверное. Блин, конечно, жестко. Против Бэхи, блин, это очень жестко. Но у него тачка уже сломана так нормально, поэтому давайте пробуем. Он перевернулся. Давайте его догоним. Так, он почти сломался у нас. Так, стоять. Так, стоять. Вышел из машины. Так, давай, выходи. Давайте ему колеса просадим, чтобы он не уехал никуда. Так, скриншотик съебанем. Так, выходи. Стоп, бля. Зафризило. Выходи. Давай. Так, короче, давайте. Смотрит. Вы в порядке? Блять, в порядке. Вы в порядке? Так. Блин, ну это жестко. Мне, кстати, варн дали, но, блин, я просто не хотел. Я просто хотел ему колеса прибить, а мне варн дали. Ну, я типа написал, что серию снимаю и. Без сознания. Так, ми потащил человека в патрульную машину. Ду тащит в машину. Так, давай, затащим его в тачку, короче. Так. Все, он сел. Так, где тут больница? Надо больницу отвезти, короче. Так, давайте отвезем его в больницу, короче. Снял с вас предупреждение, у вас теперь 0 варнов. Окей. Это хорошо. Так, давайте доедем. Дороги нету, да? Блин. Давайте с мигалкой проедем быстренько, его в больницу отвезем. Через поле. Надеюсь, мне за это ничего не будет, потому что дороги нету, блин, надо его в больницу везти. Хоть и нарушитель, надо его в больницу. Так, что с вами? Вы попали в ДТП. Сильно ударились головой. Я отвезу вас в больницу. Извиняюсь, что я плохо отыгрываю ФП, просто все так спонтанно получилось. Блин, у меня бинта нету, просто надо будет сделать самому. Блин, ну мне очень понравилось, пацаны, за это реально лайк, за эту погоню. Давайте отвезем его теперь в больницу. Кстати, чуваку-то этому респект, если он сможет, реально. Это если что не постанова, я просто, ну, реально стал на посту, он по встречке поехал. Реально, чувак отыгрывает, это РП сервак, пацаны. Серьезно, вы там писали, типа, вот, хватит ему одной сервере. Но, блять, это полный РП сервак, здесь бонуса нету, тут чисто РП. Видите, даже мне варн выдали, но я объяснил, типа, сказать в следующий раз, то, ну, как бы, накажем сильнее, короче. Поэтому, да. Так. Давайте заглушим машину. Так, стой. Так, Ми взял по... руку под руку и потащил человека в больницу. Так, взял под руку, давай, заходи. Так, по идее, слишком мало. Так, помогите, тут раненый. Блин, надо украинский язык убрать. Так, давайте, так, давай сюда тебя потащим. Сюда, давай.
положил человека на кровать. Все, давай. Так, а можно скорую вызвать? Так, я поищу врачей, лежите. Конечно, блин, жесткая РПшка получается. Хотя, блин, я хреново отыграл, но в следующий раз, пацаны, все будет нормально. Так, давайте уберем оружие. Ми убрал оружие. Так. Нам нужен врач. Врач нужен. Так. Давайте напишем. Я нашел аптечку. Врачей нету. Ми открыл аптечку, достал бинт, бинт в руке, так, извиняюсь, я неправильно, блин, просто я спешу, пацаны, так, начал перематывать бинтом голову. Начал перебинтовывать. Удачно. Так. Ми перебинтовал. Один из пяти. 2 из 5. 3 из 5. 4 из 5. 5 из 5. Так, это восстановит кровь. Ми передал таблетку обезболивающего. Я, конечно, может, неправильно пишу даже. Фух, это было поздно, пацаны, реально. Как-то аж атмосферно, я аж сам пересрал от того, что ему типа плохо и так далее. Хотя это игра, но все же. Вроде бы ему стало легче, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, IP, группа Модпак есть в описании. Пацаны, заходите, играйте, будем играть вместе. И у вас есть шанс попасть в один патруль. Точнее, не один патруль, а ДПС патруль. Что-то я губу раскатал, да. На этом у меня все, всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.